Подростковый возраст – это испытание как для ребенка, так и для его родителей. Смена настроения, замкнутость и агрессия – это лишь часть из новых семейных трудностей, которые необходимо решать сообща. Всегда ли такое поведение – повод бить тревогу? И чем вызваны отклонения в поведении ребенка? Проект «Родительский всеобуч» помог родителям разобраться в непростых подростковых переживаниях. Семинар прошел в школе номер 1 Десногорска. Причина отклонений в поведении ребенка, да, причина зависимости не только от алкоголя, наркотиков, табакокурения, но и интернет-зависимости и так далее, они тоже кроются в том, что переживает ребенок. Специалисты Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и семей рассказали родителям о внутренних переживаниях подростка, обсудили профилактику рискованного поведения, затронули тему агрессивного поведения, детских психологических травм, вызванных разводом родителей. Решение этой крайне серьезной и актуальной проблемы порой лежит на поверхности, но часто бывает, что родители среди будничных забот не успевают заметить надвигающийся кризис у своего ребенка. Задача наших специалистов сегодня – это помочь родителям найти те самые 15-20 минут в день для того, чтобы выслушать те проблемы, которые существуют у их детей. Конечно, за один семинар невозможно охватить все тонкости подросткового поведения, но предоставленная информация наверняка поможет родителям взглянуть на своих детей более внимательно. Очень отрадно, что нас приглашают на такие занятия. Мы многому учимся, и даже увлекательно, что школа заботится не только о нашем поколении, но и нам какие-то советы, рекомендации, в некотором смысле обучение проводят. Я всегда с удовольствием хожу на эти собрания. Через бурный подростковый период ребенок делает первые шаги во взрослую жизнь. И задача родителей, чтобы это было началом большого и счастливого пути. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.